Основной танк вооруженных сил США оказался непригодным для использования в зимнее время. В сети набирает популярность видео, на котором показаны неудачные попытки танка вооруженных сил США М1 Abrams взобраться на гору. Несмотря на то, что тяжелая боевая машина, которая является основным танком американской армии, обладает огромной мощью, бронетехнику смогли остановить всего несколько сантиметров снежного покрова, танк просто начал скользить и катиться вниз по склону. На представленных видеокадрах вы можете увидеть неудачную попытку американского тяжелого танка М1 Abrams преодолеть холм. В общей сложности было предпринято несколько попыток, но тяжелая боевая машина так и не смогла преодолеть такое препятствие. Это указывает на то, что танк непригоден для использования зимой, особенно при преодолении труднопроходимой местности. Ранее эксперты уже заявляли, что американские танки М1 Abrams малопригодны для выполнения поставленных задач в зимнее время. Это связано в том числе с тем, что эти боевые машины не были приспособлены для работы в условиях снега и низких температур, что, кстати, подтверждается текущими видеоматериалами.